Трамп и Путин поменяли секретарши. Значит, одна звонит, говорит, Владимир Владимирович, одна звонит, говорит, уважаемый Трамп, все нормально, все хорошо, работает Владимир Владимирович, но заставляет юбку все длиннее и длиннее. Бывает, и говорит, ну не знаю, уже прям ног моих красивых не видно. Ну, значит, звонит секретарша вот, Трампа, Владимир Владимирович, все нормально, значит, работаю, все хорошо, только они меня заставляют юбку все короче и короче. Боюсь, что скоро будет виден хвост и пистолет.